Галки построили себе гнездо, но их спокойствие нарушает сокол, который собирается присвоить себе жилье этих птиц. Эта пустельга решила забрать жилье у совы. Но противник оказался сильнее и еле успела выскочить живой. В гнездо совы проникла куница и убила всех птенцов. У пустельги появились птенцы. Но проникшая в гнездо куница уничтожила их вместе с матерью. Нападение куницы на гнездо синиц. Странный случай. Сокол скармливает птенцам своего детеныша. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. Этим вы поможете нам сделать канал еще интереснее. Если нам удалось вас хоть немножечко удивить и поднять вам настроение, не пожалейте для нас лайка. Не забывайте подписываться, а мы будем ждать вас на других наших видео. Всем добра и мирного неба!